Новости из России. Скончались еще 2 человека, получившие ожоги в результате природного пожара в Хакасии. Таким образом, число жертв стихии возросло до 34, пострадавших более 7 500. Правительство страны уже выделило первые 680 миллионов рублей для помощи. Причиной масштабных пожаров, охвативших Хакасию, Тыву, Забайкалье и Красноярский край, стал неконтролируемый пал сухой травы.